Это что такое? Ты футболистка, что ли? Настя у нас футболистка. Нет, я музыкальная. Нет, она баскетболистка. Что? А баскетбол? Ага. О, попала. Вот так, да? Ну-ка, научи нас, пожалуйста, как нужно играть в баскетбол. Вот так надо играть в баскетбол. Эту парту надо. Я в другой команде. А ты в другой команде. Я в другой команде. Я в команде звезда, а ты в команде радуга. Я радуга, а ты звездная? Ага. Ну хорошо, давай. Вот моё. Так, может быть, на футбол перейдем, нам будет проще? Давай. А вот у меня ручки болят, я сегодня наработалась. Вот здесь ты стоишь. Я бегаю. А здесь я бегаю. Настя бегает. Давай, Настя. Ногами могу, вот руками не могу. Ногами надо. Да. У Насти был субботник в детском саду. Мама на граблями наработалась. Вы как болят ручки у мамы. Ой, еще не гол. Не гол. Мама не согласна. Мама отбивает. Так, куда-то он у меня мяч в ворота. Он так и метится в мусорку. Нет, тут нормально, хорошо. Народу пока никого нету, никто не пришел. Давай мы работаем. Тут, давай. Все, я жду. Я в команде звезд, ты в команде. Радуга, да, давай. Ты в команде зель. Так, ты уже с другой командой. Так, у нас уже полуфинал. Все, начали. Все, давай подавай. Ты защищай свои там. Есть! И мы с Настей перешли уже в другую игру. Да. Настя, у меня опять баскетбол. Я же говорю, у меня ручки болят, не могу, могу только футбол. Да. Футбол. Я же сказала, стоишь на своих воротах. Вот здесь. Так, здесь ворота. Ребята, я сюда, где ворота. Настя с другой стороны. Сейчас мы определим, где у Насти ворота. Все, давай. Это у нас судья. Это подача. Почему судья? Нет, судья сюда мяч кидает. Нет, там кто-то это нападающий, наверное, кидает. Я сама ничего не понимаю в футболе. Ну, примерно понимаю вот так. Ух, у меня почему-то ушел в другую сторону. Все, твоя очередь, давай. Ты не туда забила. Ворота какие-то большие получились. Мяч в одни ворота? Пробил ворота. О, какие ворота? Мы ворота порвали, представляете? Вот. Видишь? Вижу. Настя продолжает. Давай перейдем. Ну давай еще разочек и все. Все, снова поставим. И заканчиваем. Сейчас Настя забьет нам двойной гол и будет серия пенальти. Вот здесь. Ты на задней стороне. Ага. Вот сеть. Где ты должна стоять? Я поняла. Тут не сеть, я вратарь. Я тоже. Ладно, давай. Пойдем домой. Я не могу тебя снять, Нико. Птица. Какой ужас. Настя, птица. Да, летаю. Настя, ну что ты все летаешь? Ой, какой ветер, да, поднялся. Футбола больше не будет?